Папа Римский впервые за 39 лет прибыл в Ирландию. Сначала понтифик пообщался с президентом страны, затем в Дублинском замке его приветствовали премьер-министр и сотни верующих. Визит главы католической церкви проходит на фоне скандала с педофилией среди священников. Известно о таких преступлениях стало еще в начале 2000-х. Пострадавших сотни, в том числе и в Ирландии. Из-за этого на улицах Дублина папу Франциска встречали протестующие. Понтифик же пообещал искоренить эту проблему любой ценой.